Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы приехали в метро покупать корм бездомным животным и купить влажный корм для Рекса, так как сейчас в метро на него самая хорошая цена. Смотрите, мы берем Рексу. Я просто пересчитывала упаковочки. 48 штук. Тогда цена у нас получается, если мы берем 48, 18,90. Это самая лучшая цена сейчас даже на Озоне и в других магазинах дороже. От 48 штук. 18,90. Вот это ему две упаковки. Я просто вскрываю их всегда, пересчитываю, потому что иногда бывает у нас так, что в упаковке будет не 24 штуки, а 20, либо 22. Поэтому я стала уже пересчитывать. Правда, коробки теперь рваные, но зато точное количество корма мы знаем. Дорогие друзья, мы взяли еще кошкам вот такой влажный корм. Две упаковки, тут 50 штук. Да, он бюджетный, но они его едят. Мы такой и собакам даем. Просто реально состав у собачьего и у кошачьего одинаковый. Я не вижу разницы переплачивать реально 3 рубля. Так все делают. Все, кто занимается бездомными животными, да и домашними тоже. Но что разницы в бюджетных составах корма нету. Кто мне это пишет, ну, почитайте, пожалуйста, составы, люди добрые. Дорогие друзья, еще мы вот взяли кошечкам корм сухой. Они его хорошо едят. Дорогие друзья, мы еще взяли вот таких тарелок 50 штук для собак. И еще сейчас возьму глубокие для воды. У них цена 180 рублей от 3 штук. 3 штуки еще таких глубоких. Дорогие друзья, вот мы купили вот это все. Ну, здесь выйдет, я не знаю, на сколько денег, если честно. Ну, Рекса 1000, полтора, ну, где-то на 2500, наверное, может, чуть дороже. Ну, к сожалению, цены дорожают, собачьего корма, к сожалению, не было. Такого вообще нету ары. То есть его разобрали, и все. Но у нас есть запас еще 10 килограмм, но это очень мало. Просто кормить чем-то дороже, к сожалению, сейчас тяжелое время, как бы. На Рекс очень много уходит. Я очень сильно благодарна за все ваши переводы, потому что вот это вот куплено за ваши деньги. Вот эти вот корма. Это Рексу, это от подписчиков. Сухой я Рексу закажу на Озоне. Там дешевле на 300 рублей. Я стараюсь экономить, чтобы растянуть на подольше деньги, потому что неизвестно. Знаете, сегодня прислали люди, спасибо большое, а завтра могут ничего не прислать. А мне нужно собаку кормить каждый день. И плюс платить за передержку каждый день. Поэтому я стараюсь экономить по максимуму. Введите количество. Сканируйте ваши карты. Введите количество товара. Не забудьте приобрести. Сканируйте товар. Просканируйте. Введите количество товаров. Просканируйте вашу карту клиента. Не забудьте приобрести. Ну, вроде все правильно. Сейчас оплатим. Спасибо за покупку. Дорогие друзья, мы закупили сегодня в метро корм Рексу. 48 штук, две упаковки. Вот оно. Одинакового. Он такой любит, как раз телятина в соусе. Кошкам. Ну, я такой и щенкам даю, потому что он мягкий. 50 штук кошкам с говядиной упаковку. У нас еще остаток есть. Тарелки.
для корма, для воды. И когда плохая погода, мы в эти собакам сыпем, чтобы от ветра они не улетали. Общая сумма покупки у нас со скидками вышла 2172. Но сейчас вот просто на Мираторг, на этот акция. Вот, чек. Я надеюсь, вы все увидели. Я хочу вам выразить огромное спасибо за ваши переводы, за вашу помощь, особенно для Рекса, так как реально это очень тяжело и очень дорого его содержать. Вот, например, такого влажного корма ему хватает на 2 недели, 2 упаковки, а это уже у нас выходит сколько? 907 рублей, и то это по акции. Плюс еще нужен сухой корм, плюс еще нужны памперсы, пеленки, и это только расходники. Я хочу выразить вам огромное спасибо, дорогие друзья, за то, что вы смотрите мои видео, комментируете, ставите лайки. Я вам всем очень благодарна. С вами была Анна и канал «Добрые дела».